знаете, у нас вышло новое обновление, мы его сегодня уже обозревали, обновление 1.9.8, и в этом обновлении у нас появилась возможность доступа к одной из заблокированных дверей, которая находится в бункере Альфа. Все вы прекрасно знаете эту дверь, она находится рядышком с кейсами, которые мы так любим все открывать, и каждый из вас каждый раз, находясь здесь, желал открыть ее. Вот она находится прямо здесь, рядышком со всеми сундучками. Нажимаем на нее, заходим в нее, и, ребят, здесь мы видим терминал, который нужно открыть, ребят. Но для того, чтобы открыть этот терминал, нам нужен палец, отрезанный палец для доступа, для того, чтобы открыть биометрический замок. Где найти этот палец, ребятки? Все очень просто. Теперь с обновлением 1.9.8, как я ранее говорил, появился конвой. В этом конвое лутаете труп, и в одном из трупиков, который находится в центре, рядышком с размещенным миниганчиком, можно найти труп, в котором можно найти палец и открыть доступ до этой тайной комнаты. Ну что ж, зашли, давайте посмотрим, что здесь можно найти. У нас есть всего лишь один ящик, который можно залутать. Давайте его откроем. Я здесь впервые, естественно, как и вы. Ох, ни хрена себе, ребят. Ну, в принципе, неплохой лутецкий. Так, я там был голоден, можно покушать. Так, хорошо. А смотрите, что мы получаем. Алюминиевую пластину, медный слиток, один бинт, одну шляпочку. И самое ценное, как по мне, это глок с модом на большой магазин. Очень круто. Так, у нас здесь есть еще одна дверь, а вот эту дверь далее уже заклинило, и пока что мы сюда дойти не можем. Но, думаю, с доступом, с выходом новых обновлений доступ будет открываться, и мы будем иметь доступ к остальным комнатам, и наконец-то сможем узнать, что же там находится. Как мы видим по мини-карте, мы сможем даже зайти в комнату, где открываются зеленые кейсы, а это уже любопытно. На этом все, всем спасибо, пока-пока!